на сегодняшний день заболевших 758 человек, 168 находятся в стационарах на лечении и 596 горожан лечатся амбулаторно на дому. Вы знаете, что губернатор продлил до 12 числа еще режим особый, и все меры, которые мы, значит, соблюдали, их нужно по-прежнему соблюдать, не злиться, не раздражаться, а принимать это таким, как есть, потому что по-другому, как соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, значит, мы, наверное, все-таки противостоять распространению не сможем.